tutto ringraziarti che tu hai subito fatto il spazio per ricevere. Sono molto proprio molto felice. Очень, на самом деле, очень рад видеть тебя и на этом прекрасное наше желание встречаться чаще. L'ultima volta a Madrid abbiamo fatto anche due chiacchiere. Adesso con l'impegno per l'Italia di dimostrare come presidenza dell'Unione che possa председательством в Европейском Союзе Италия может. Я прежде всего хочу поблагодарить моего коллегу и хорошего друга, господина Фраттини, за очень теплый, радушный прием и за обстоятельный обмен мнениями по всем основным направлениям сотрудничества и взаимодействия России и Европейского Союза. Прежде всего, еще раз хочу подчеркнуть, что отношения с Европейским Союзом носят для России стратегический характер. Совет партнерства, о создании которого было договорено. Oggi questo livello di relazioni davvero eccellente si arricchisce di una opportunità, quella che la presidenza italiana dell'Unione Europea possa conseguire qualche importante passo in avanti nel progressivo avvicinamento della Russia all'Unione Europea. Non c'è un solo argomento in cui nei rapporti bilaterali esiste. Обратили внимание на развернувшуюся дискуссию вокруг вопроса относительно вступления или не вступления России в Европейский Союз. Нам кажется, что эта дискуссия, она носит безосновательный характер. Россия не ставила и не ставит сегодня вопрос о вступлении в Европейский Союз. Поэтому нам трудно понять, откуда вообще пошла эта дискуссия. Мне кажется, что самое правильное было бы заглянуть в ту программу, которая представила итальянская сторона на период своего председательствования. Su cui la presidenza italiana punta.